Любой человек, который купил участок земли или недвижимость, по праву может считать это ценным приобретением. Даже имея 5 соток земли, можно разбить полноценный огород, который будет источником витаминов для всей семьи. Более серьезное вложение – дача или вторая квартира. В наше время все это не роскошь, а скорее ресурс на будущее. Однако, имея в собственности недвижимое имущество, физическим лицам не стоит забывать о своевременной уплате налогов. Срок уплаты земельного налога и налога на недвижимость для физических лиц за 2021 год установлен не позднее 15 ноября 2021 года. Уплата производится на основании извещения налогового органа, которое вручается не позднее 1 сентября. В случае, если извещение на уплату будет вручено по истечении срока уплаты, то есть после 15 ноября, налог подлежит уплате не позднее 30 календарных дней со дня вручения плательщику такого извещения. Данное извещение может быть вручено не только лично под роспись или путем направления по почте заказным письмом, но и электронным способом посредством электронного сервиса «Личный кабинет». Извещение на бумаге можно просто потерять, поэтому легче один раз обратиться в налоговый орган с документом, удостоверяющим личность, где вас зарегистрируют в качестве пользователя личного кабинета и ответят на возникающие вопросы. Плата земельного налога и налога на недвижимость может быть произведена любым из доступных для физического лица способов – наличными денежными средствами в отделениях банка и почтовой связи, а также безналичным путем, используя банковскую карточку, с помощью платежно-справочных терминалов Белпочта и инфокиосков, через интернет-банкинг и платежную систему ЕРИП. Планируя бюджет, не забудьте учесть налоги, вы будете спокойны и убережете себя от неприятных новостей.